Всем привет, это канал «На пульсе», с вами я, ваш док Игорь Игоревич. Сегодня я нахожусь в реабилитационном центре клиники Лядова, который находится в городе Химки. Здесь проходят реабилитацию многие пациенты с разными заболеваниями, начиная от каких-то неврологических проблем, инфарктов, инсультов, реабилитация после травм, после онкологических манипуляций, например, лимфатический отек, и заканчивая реабилитацией после коронавирусной инфекции, после ковида. И как раз здесь я вам хотел бы сказать, что здесь очень много классного современного оборудования и классных специалистов, которые, кстати, согласились рассказать нам несколько слов и показать, что они делают для реабилитации после ковида. И со мной сейчас здесь инструктор по ЛФК Надежда Волкова. И знакомьтесь с ней, она вам расскажет о небольшом бонусе, который они для вас подготовили. Спасибо, Игорь. Всем добрый день. От нашей клиники мы хотели бы предоставить вам небольшой комплекс дыхательной гимнастики, который вы можете выполнять дома самостоятельно. Есть несколько нюансов, которые сразу оговорим. При температуре выше 37,5 нежелательно выполнять данный комплекс упражнений. Если в процессе у вас начнет кружиться голова, то лучше остановиться, немного отдохнуть, и по вашему самочувствию, если вы будете готовы продолжить, можете дальше возобновить. Если нет, то лучше отложить на другой день. И, наверное, можно сидя делать кому-то. Да, если вы только переболели коронавирусной инфекцией, вы можете начинать сидя или даже лежа. И постепенно, увеличивая нагрузку, мы встаем на ноги. Спасибо. Поехали. Вперед. Переболевшим коронавирусной инфекцией я рекомендую пройти курс физиотерапии. Физиотерапия рассасывает склеротическую ткань, которая образуется в результате болезни, улучшает состояние сосудистой стенки, рассасывает микротромбы, образовавшиеся в сосудах легких, улучшает насыщение крови кислородом и улучшает доставку кислорода в органы и ткани. Для этих целей можно применить практически любую физиотерапию. Магнит, электрофорез лекарственных препаратов, лазер, импульсные токи, ультразвук или фонофорез. То есть те факторы, которые имеются практически в любом кабинете физиотерапии. Встали ровненько, ножки на ширине плеч, разминаем плечевые суставчики круговым движением назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону, вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Расслабили плечики, тянем шейку, наклоняем вперед, назад, резко не делаем, плавно, вперед, назад, вперед, назад, наклоняем шею вправо, влево, вправо, влево, вправо. Влево. Расслабили. Вдох делаем через нос, выдох через рот. Поднимаем трость вверх, тянем вдох, плавный выдох. Тянем вдох, плавный выдох. Вдох, выдох. И пять, четыре, три,
два, один. Выдох, расслабились, дышим спокойно. Через круговое движение тянем вверх, вдох, с наклоном вперед выдыхаем, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и пять, четыре, три, два, один. Выдохнули, расслабились, дышим спокойно. Трость держим перед собой. Глубокий вдох, прерывистый выдох, опускаем трость. Глубоко вдохнули. Выдох, 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 выдох. Вдох. Выдох, 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 выдох. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Выдохнули, расслабились. Дышим спокойно. Держим трость перед собой посередине обратными хватами. Мельница. Короткий вдох, короткий выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох, спокойный выдох. Держим трость посередине одной рукой. Давайте с правой руки все начнем. В сторону тянем вдох, с наклоном в противоположную выдох. Вдох, выдох, выдох. Пять, четыре, три, два, один. Поменяли. Тянем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Пять, четыре, три, два, один. Выдохнули, вдохнули, расслабились. Дышим спокойно. Держим трость перед собой. В одну сторону вдох, в другую выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И вдох, и выдохнули, расслабились. Голова не кружится? Хорошо. Тросточки убираем в стороны. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Топаем на месте. Короткий вдох, короткий выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Пять, четыре, три, два, один. Глубокий вдох. Расслабились, выдохнули. Ноги остаются на ширине плеч. Руки на поясе. По центру глубокий вдох. Прерывисто выдыхаем с поворотом корпуса. Глубоко вдохнуть. Выдох, 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 выдох. Вдох. Выдох, 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 выдох. Вдох. Выдох, 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 выдох. Пять. Четыре.
Три. Два. Один. Молодцы. Спокойно вдохнули, расслабились. Через стороны руки широко. Вдохнуть. Обнимаем, выдыхаем, тянем выдох. Вдохнуть глубоко. Тянем выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И расслабленно вдохнули, ручки опустили. Кисти на плечи, локти в стороны. Глубокий вдох. Имитация плавания. Плывем на выдохе. Выдох, 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 выдохнули. Вдохнуть. Выдох, 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 выдохнули. Вдохнуть. Вдох. И вдох. Выдох, 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 выдох. И вдохнуть. Ручки расслабить, выдохнуть. Молодцы. Начинаем звуковые выдохи. Складываем ручки крестом на грудной клетке. С отстукиванием произносим на выдохе первый звук. Буква Ж. Жужжим. Глубоко вдох. Жужжим. И еще раз. Вдохнуть. Жужжим. Второй звук, буква З, на отстукивании. Еще раз. Молодцы. Третий звук, шипим. Помогаем легким выдохнуть. Еще раз. Четвертый звук, буква С. Спускаем колесо. Еще раз. Молодцы. Колесо спустили, качаем насос. Наклонили корпус чуть-чуть вперед. Ручки подтянули к грудной клетке. Вдохнуть и вниз выдох. 5, 4, 3, 2, 1. Вдохнуть и расслабленно выдохнуть. Продолжаем качать насос. Встаем на одну ногу, одна нога на весу. Для баланса держим. Вдох, выдох, короткий. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поменяли ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поставили ножки на ширине плеч, потопали, 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 потопали. Молодцы. Встали ровно. Еще один веселый звук, буква А на выдохе с отстукиванием. Еще раз. Молодцы. Марш на месте. Короткий вдох, короткий выдох. Руки, ноги работают. Три вдоха, три выдоха.
На месте. Стой. Раз, два. Ручки в замок, ноги на ширине плеч, потянули вверх, вдохнули. Произносим на выдох вниз слог «Ха». Бросаем вниз. Вдох. Ха. Три. Четыре. Пять. Выдохнули, вдохнули, расслабились, дышим. Потянулись на носочки, руки вверх, поднялись, вдох. Плавно вниз опустились, выдохнули, висим внизу. Вдох на носочки, выдох вниз опустились, висим внизу. И еще раз, вдох, вниз опустились, висим. И расслабленный, спокойный вдох, дышим. Как самочувствие? Отлично. Все молодцы. Дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. Под видео я оставлю ссылку на клинику, где вы сможете более подробно о ней почитать и узнать, как попасть на реабилитацию сюда. Будьте здоровы, до свидания.